Всем по привету! Сегодня будет один из самых дорогих роликов на моем канале. Да, сегодня я потрачу довольно-таки крупную сумму. Все дело в том, что, как вы уже все знаете, в донат добавили новую магическую рулетку за 2200 рублей. Не за АЗ коинсы, а именно за рубли. Перед вами список призов, которые могут выпасть из-за этой рулетки. И только посмотрите на эти легендарные аксессуары, это просто жесть. И сегодня я куплю и открою целых 10 таких рулеток. Не зря я начал это видео именно у дома Мэд Дога. Все потому, что этот дом — это моя мечта, ребят. Я очень сильно хочу его купить, но стоит он миллиарды. Таких денег у меня, к сожалению, пока что нет. И вполне возможно, что после открытия 10 этих самых рулеток у меня появятся деньги, и я смогу наконец-то купить себе этот дом. Но это не точно. Все дело в том, что выпасть здесь может как и крутые какие-то аксессуары, так и просто обычные воздушные шары и доска для серфа. Просто представьте мое лицо, если мне из 10 рулеток выпадет 10 досок для серфа. Когда я точно, ребят, уйду с Аризоны. Кстати, всем ютуберам выдали по одной такой рулетки, и я не исключение. Вот она уже у меня в инвентаре. Получается, что на одной рулетке я все-таки сэкономлю и открою ее на халяву. Сделаем это прямо сейчас. Нажимаем использовать, и только посмотрите, ребят, вот список всех призов, которые могут здесь выпасть. Здесь, как и вот, дьявольский чемодан, даже новый скин Хоумлендера, ребят, который нужно крафтить из осколков. Это просто жесть. А, и новая видеокарта RTX 4090 тоже здесь падает. Короче, ладно, открываем первую рулетку бесплатную. Все, ребят, понеслась. Все крутые призы, блин, пролетают. Фиговые, кстати, тоже пролетели. Надеюсь, выпадет что-то хорошее. Так, вот, видеокарта пролетела. Блин, доска для серфа, видеокарта. Нет, ребят, воздушный шар мне выпал. Чё за фигня? Ну за что? Ну почему? Чтобы вы понимали, цена такого воздушного шара 280 миллионов примерно. Даже не знаю, как считать, окуп это или нет. Грубо говоря, я сейчас за 2200 рублей купил воздушный шар обычный. Даже не магический. Но, с другой стороны, эта рулетка мне досталась бесплатно, поэтому ладно. И так сойдет. Но вот уже сейчас, на следующую рулетку, я буду донатить свои деньги. Нажимаем купить. И меня перекидывает на сайт Аризоны. Вот магическая рулетка, 2200 рублей. Сейчас будем оплачивать. Все, оплата по идее прошла, но здесь написано ожидает оплаты. А нет, рулетка уже у меня в инвентаре. Тянуть не будем. Открываем, нажимаем использовать и погнали. Возможно, с первой рулетки мне не повезло, потому что она мне досталась бесплатно. На эту я все-таки задонатил свои деньги, поэтому давай, давай, давай что-нибудь. Молот и Тора просто три в ряд, ребят. Случайный культовый броник мне выпал. Офигеть, вот это топ, вот это я понимаю, это тайный приз, ребят, это самый крутой приз, один из самых крутых. Случайный культовый броник. Использовать его я пока что не буду, сделаем это в самом конце и посмотрим, какой броник мне выпадет. Так, ну пока что мне прям это очень нравится, ребят, со второго ларца уже жесткий окуп прям. На минуточку, в донате случайный культовый бронежилет стоит 17100 АЗ, и это еще и скидка 10%. Тянуть не будем, покупаем следующую магическую рулетку. Рулетка уже у меня в инвентаре, нажимаем использовать, открыть. Больше всего я, конечно, хочу выбить что-нибудь самое дорогое. Но что здесь самое дорогое, я пока не знаю. Наверное, видеокарта. Хоть бы не доска для серфа. Броник опять пролетает. Видеокарта! Блин, молот Тора. Нет, подожди, русский боевой топор. Ну, тоже неплохо в целом, но хотелось бы, конечно, видеокарту, ребят. Не, ну это нормально, спасибо и на том. Спасибо реально, что не доска для серфа мне выпала. Кстати, русский боевой топор же тоже обновили. Теперь он торчит у меня просто вот так вот из спины. Но помимо того, что у него изменилась сама моделька и текстура, у него еще и вот такой вот эффект, какой-то дымок с него идет. Я прям надолго не хочу затягивать этот видос, поэтому сразу же оплачиваем следующую магическую рулетку. Ну что, открываем. Все крутые призы уже, конечно, прилетели, блин. И маска-невидимка. Нет, блин, доска для серфа. Ну за что? Что? Ну почему? Я так не хотел, чтобы мне выпала доска для серфа. Ну блин, это так обидно, ребят. Это просто мусор. Ну блин, доска для серфа — это прям вообще мусор. Ее реально можно просто прям сейчас в мусорку выкинуть. Открываем следующую магическую рулетку. Надеюсь, в этот раз уже без досок для серфа. Кстати, самое интересное, что здесь есть новый нимб или маркер, как он там называется, не помню. Но он только выпадает из этой рулетки и больше ниоткуда. Маркер Бет пролетает. Цепь биткоин, рука бесконечности. Опять русский боевой топор. Ну блин. Нет, это конечно неплохо, это классно, что мне выпал этот аксессуар, но хотелось бы что-то покруче. Хотя по сути, стоп, почему я не радуюсь? Русский боевой топор стоит больше миллиарда. Случайный культовый броник стоит 500 миллионов примерно, а русский боевой топор больше миллиарда, ребят. А я уже два таких выбил. Так-то это вообще даже крутой дроп. Беру свои слова обратно, мне, пожалуйста, побольше этих топоров. Новая рулетка уже у меня в инвентаре, поэтому сразу же ее открываем. Прям просто не ждем, сразу открываем. Фух, что же мне выпадет в этот раз? Надеюсь, опять-таки не доска для серфа и не какая-нибудь фигня. И видеокарта пролетает, чемодан пролетает, дельтаплан не надо, сфера Терра и цепь биткоин. Цепь биткоин? Серьезно? Не знаю точно, ребят, сколько она стоит, но, по-моему, не так дорого, как хотелось бы. Цепь биткоин стоит 550
50 миллионов, ребят, 9 миллионов в Vice City. Ну, это, блин, как культовый броник, типа. Тем временем я открыл уже целых 6 магических рулеток. И пока дроп, ну, в целом неплохой, но могло быть и получше, если честно. Очень-очень хочется выбить, если честно, какой-нибудь культовый акс. 7-я рулетка на подходе. Сколько я уже потратил, блин, денег на это все, я даже боюсь представить. Но открываем. В любом случае открываем. Все ради контента, ребят, все ради вас. Пролетает Apple Vision, блин. Элитная переносная лавка тоже пролетает. И велосипед на спину, серьезно? Ну, блин, какое же говно. Ребят, велосипед на спину мне выпал. Ну, это чуть дороже, блин, доски для серфа. Ну, ладно, на самом деле, велик на спину. Аксессуар прикольный, конечно. Но стоит он 290 миллионов. Блин, это смешно. Пока дроп меня вообще не сильно радует, если честно. Вот 2 русских боевых топора, это топ. Это прикольно, реально. Все остальное, ну, так себе. Блин, ну, хотелось бы что-то поприятнее, если честно. Сейчас, пока я жду, пока пройдет оплата, я придумал такое. Следующую рулетку я открою чисто с закрытыми глазами, чтобы до конца не видеть, что мне выпадет и что пролетит. Вот как раз она мне пришла. Нажимаем использовать, открываем, и я закрываю глаза. Все, я нифига вообще не вижу. По идее, оно там уже летит, все, пролетает. Не знаю, выпал там уже какой-то приз или нет, но глаза, наверное, уже можно открывать. Открываю, дельтаплан на спину. Ну, блин, ну почему? Ну почему мне выпадают такие дешевые призы, ребят? Что за бред? Дельтаплан на спину. Нет, конечно, аксессуар прикольный, аксессуар полезный, аксессуар не дешевый, блин. Ну и вот цена 290 миллионов, ребят. Точно так же, как и велик на спину примерно стоит, вы понимаете? Пока что велик и дельтаплан это самые дешевые аксы, которые мне падали, конечно, не считая доски для серфа. А мне осталось открыть еще 2 рулетки. Всего 2, ребят. И мне что-то уже кажется, что мне ничего из них крутого не выпадет. В этот раз, пожалуй, закрывать глаза не буду, открою так, как обычно. Все, ребят, пошла жаришка. У меня прям руки трясутся, я не знаю, прям такого никогда не было азарта, как сейчас. Так, всякая фигня, пролетай, вот скины, доски для серфа, нет, дельтаплан на спину, нет, доска для серфа, ну ё-моё, опять вторая, ну что за помойка мне выпадает, ну почему? Ребята, это уже не смешно, реально, у меня остался последнее открытие рулетки. Мне почти ничего годного не выпало, чё за бред, 2, блин, доски для серфа, ну это смешно. Вы видели, как там пролетело просто все самое топовое, и выпадает вот этот шлак, блин, доска для серфа, вонючая. Короче, все, ребят, доначу еще разок, последний раз, 2200 рублей улетают, и открываю последнюю дурацкую эту рулетку, надеюсь, мне выпадет что-то хорошее из нее. Получается, что всего на 9 рулеток купленных я потратил 19 800 рублей, ребят, это шок. И это еще хорошо, что мне одну бесплатно выдали, так бы было еще больше. Так бы было, блин, 22 тысячи целых. Хотел вам просто показать новый скин, ребят, новый скин, который выпадает из этой самой рулетки. Скрафтить можно осколок этого скина Хоумлендера, и вот столько разных ресурсов нужно на один лишь осколок. А всего таких осколков нужно целых 5. Какие характеристики вообще, преимущества дает этот скин, я даже боюсь себе представить. Скорее всего, это будет, не побоюсь этого слова, самый дорогой скин. А вот и та самая видеокарта RTX 4090. Аксессуар на спину, и на ее крафт нужны вот такие вот ресы. Скорее всего, это тоже будет самый дорогой акс на Аризоне. Тем временем, мне уже пришла моя рулетка. Ну, я надеюсь, выпадет мне из этой рулетки, из последней, 10-й рулетки, что-нибудь реально дорогое. Открываем прямо сейчас. Летят разные аксики, дешевые, дорогие, блин, редкие. Но, как обычно, мне выпадет какое-то говно сейчас. Пролетает Apple Vision, рука бесконечности, воздушный шар. Да ну что за бред? Доска для серфа 3, серьезно? Ребят, вы видели следующее? Там был маркер Бэт. Перед этим магический шар, рука бесконечности. Но выпадает мне вонючая доска для серфа. Ну это просто смешно, ребят. 3 доски для серфа мне выпало. Просто 3. Посмотрите на это. Ну что это за дерьмище? Видать, рулетка такая дала мне 2 топора. И такая думает, все, хватит с тебя, блин, Ромерыч. Держи, блин, доски для серфа вонючие. Короче, в сумме выходит примерно 3,6, может быть 3,8 миллиарда. А потратил на все это я почти 20 тысяч рублей. Просто представьте, если бы я задонатил 20 штук при X4 донате, я бы получил 80 тысяч АЗ коинсов. И, кстати, если бы я обменял 80 тысяч АЗ-шек на верты, я бы получил примерно 2,4 миллиарда. Ну, а так я получил примерно 3,8 миллиарда, или даже 3,9, ребят. В целом-то я даже окупился, получается. Но все равно 3 доски для серфа, блин, реально испортили мне настроение. В любом случае, рулетка получается окупная, и я вам советую ее открывать. И, кстати, я так подумал, давайте все-таки я открою культовый бронежилет. Возможно, здесь выпадет какой-то броник. Ну что, погнали? Используем. И выпал бронежилет Mortal Kombat, ребят. Слушайте, я могу ошибаться, но, по-моему, это дорогой броник. Я вот, честно, в ценах на них не шарю вообще. Если что, напишите в комментариях, сколько вообще такой стоит. Ну и всем пока!